Жители столицы в честь Дня Конституции бегали, ходили и ездили. Нур-Султан отметил праздник спортивными состязаниями. Сначала горожане отправились на любительский велопробег, ну а затем собрались на фестивале скандинавской ходьбы. На марафон зарегистрировались около 300 человек, что стало неожиданностью даже для организаторов. Спортсмены-любители преодолели дистанцию в 3 километра, а для тех, кто впервые увидел ходьбу с палками, организовали бесплатный мастер-класс. Также еще пришли люди, которые в проекте не участвовали, которые никогда скандинавскую ходьбу не пробовали. Сегодня для них это первый опыт. Вот, и это хорошая возможность познакомиться с таким доступным видом физкультуры. Праздник в столице начали отмечать еще с конца недели концертами и выставками. А сегодня творческие коллективы переместились в самый центр города, прямо под Бейтерек. Днем людей развлекали детские команды, а уже вечером по традиции зажгут звезды казахстанской эстрады.